Всем привет! Сегодня сделаю обзор настройки. Начну с самой нижней палубы, с главной, с апердека. Ну и по порядку пойдем наверх, все буду показывать, какие помещения будут открыты. Я буду заходить в них и говорить, что это за помещение. Кому будет интересно более подробно, пишите, я расскажу. Все, начинаем с апердека. Итак, вот мы заходим с улицы, мы видим такую картину. Так, первое помещение у нас госпиталь. Я взял ключ, госпиталь всегда закрывается. Так вот у нас выглядит госпиталь. Практически все медикаменты хранятся здесь, кроме там наркотических. Морфий, он, наверное, у капитана, скорее всего, будет в каюте под сейфом находиться. Ну, это я так думаю. Я потом уточню, позже скажу. Так, это какая-то кладовая. Так, это у нас кладовая, сейфти офицера. Спасательные жилеты, спасательный инвентарь, запасные части тут будут, ну, всякая мелочь. В общем, ничего тут такого. Какой-то локер закрытый. Это помещение называется Foam Station. Помещение пенотушения, управление Quick Closing Valve'ами по определенным группам. И два ящика управления системой CO2. Также запуск аварийного пожарного насоса и обычных пожарников вспомогательных. Это тут наш машинный локер. Он закрыт. Там, в принципе, ничего нет. Помещение гидравлики клапанов. Все гидравлические клапана, которые управляются в грузовых танках, балластных танках, открываются, закрываются, это управляется с этого помещения. Ящик с соленоидами. Вот ключ. Вот столько у нас тут клапанов на пароходе. Тут очень много. Раздевалка рядового палубного состава. Это наша машинная раздевалка и спуск машины отделений. Туалет. Это обычное помещение, кабель трассы тут проходит, ничего особенного. Закрыто. Это кладовая с постельным бельем. Это наш спортзал. Спортзал тоже средненький. Даже не средненький, это самый худший, который я вообще встречал на пароходе. Ну, в принципе, заниматься можно. Есть все основное. Также в спортзале находится инвентарь для пожарника. Другого места не нашли, куда это все определить.
Шипс Ландри. Это у нас прачечная для постельного белья и полотенец. Ну все, на апердеке все. Идем дальше. Идем на палубу А. Так, это у нас палуба А. Это курилка, она же комната отдыха рядового состава. Столовая рядового состава, тут они пытаются. Hi guys, bon appétit. Hello. Hi. What is this? It's Boston. Это Юджин. Это наш камбуз. Здесь у нас повар готовит. Чиф. Вот. Hello. Это мы с вами. Эрик. Это у нас провизионка. Здесь находятся все наши продукты. Это рыбная комната. Минус 16 градусов. Это овощная. В овощной 5 градусов. И мясная комната. Здесь минус 17. Так, ну все, поднимаемся наверх. Здесь у нас Эрик моет посуду. Это duty mess room, ну то есть... В этой комнате, когда ты в рабочей одежде, можешь прийти здесь пообедать, позавтракать, поужинать. Это наша офицерская столовая. Какой-то локер. Офицерская курилка, и она же комната отдыха офицерская. Телевизор, PlayStation, акустика. Это пуга у нас, пульт управления грузовыми операциями здесь. То есть здесь мы производим выгрузку парохода. Здесь старпом управляет всеми клапанами и турбинами и выгружает пароход.
это Ships Office. Здесь кто приезжает, власти всякие собираются здесь и проводят митинги. Иммиграционная служба приезжает, тоже открывает, закрывает границу, все собираются здесь. Ну, туалет. И еще одно помещение с кабель трассами. Ну все, на этой палубе все. Идем на палубу Б. Это палуба Б. Это жилая палуба. Здесь живет рядовой состав. Это прачечная. Это локер какой-то закрытый. Еще один локер. Помещение с кабель-трассами. Идем дальше на С палубу. Это офицерская жилая палуба. Это помещение электромеханика. Локер какой-то под замком. Это канцелярия. Помещение с кабель-трассами. Ну и прачечная наша. На этой палубе все. Идем на мост. Здорово, штурмана! Здорово, здорово. Че тут, работаю? Работаю. Так, расскажи, что тут у вас? Че это такое? Как на УЗИ к врачу приходишь, такая же тема. Ничего не понятно, я лично до сих пор ничего не понимаю. Это, я так понимаю, берег, да? Да. Это какая-то зеленая штука. Вот так выглядит пароход, вид сверху, можно так сказать. Сюдака. Да. Тонировка, не по ГОСТу. Тишина, шума нет. Тишина. Так, вот это у нас руль.
или штурвал. Тут пацаны трудятся, карты раньше чертили. Раньше были карты. Да, сейчас у них электронные, сейчас проще все. Здесь они в интернете сидят, в косынке, косынку раскладывают, пасьянсы всякие. Да. Скажи, надо учиться на штурмана. Не ходите туда, не надо. Видите, механики? Видите, механики приходят, фото снимают, видео снимают, чтобы она постоянно здесь, никуда отойти не могут. Механик все, пошел, выходной. Штурманов не бывает выходной. Едя на механик. Видите, так вот каждый штурман плачется. Я не плачусь, а говорю правду. Так, что тут еще у вас? Navigation Locker. Ни хрена себе, не в туалет. Свет, правда, не работает. Но он и мне нужен. Ну, тут сколько квадратов? 6, наверное. Ты как ходовый, квадратов 6. Вот, пацаны, тут кофемашина, чайнички, кофеварки. Ну все, пожалуй, все. Сделали обзор настройки. Все, всем спасибо. Всем пока.